Зачем нам завтра вставать в 6 утра? И тут мама говорит, ну понимаешь, просто кто-то может встать раньше нас и собрать все наши бибы. Я говорю, заебись, блядь. А нельзя пойти сегодня? Слушайте, я задумался, а как правильно нужно звонять? И люди, которые живут в Дзержинске, знаете, вот есть там Москва, москвичи, там, Новгороде, новгородцы, а в Дзержинске это как правильно говорить? Дзержинцы? Дзержиняты. Я не думаю, что это правильно. Дзержиняты. Дзержиняты! Вы умная? Я не думаю, что... Я не думаю, что умные люди говорят, я умная! Дима, ты вообще молодец, но в целом внешности, братан, подсоберись. Дима даже звучит как заболевание. Типа приходишь к врачу, говоришь, я прошу прощения, меня здесь выскочило, что это Дима, не переживайте. Это быстро, это... Надо сковырнуть и по гребенкам немножечко пройдемся, и все будет нормально. Ну, конечно, ребята классно выступили, все началось с Саудовской Аравии, 5-0, кто ожидал? Да никто не ожидал. Говорят, Путин потом даже позвонил Черкесову поздравить. Я думаю, Путин позвонил до матча. Возможно, даже каждому игроку лично. Возможно, он разговаривал с игроками во время матча. Просто переключался с игрока на игрока, у которого мяч. Они поэтому так быстро и пасовались. Ты только получаешь, у тебя в ухе. Добрый вечер, ты ж ну нахер вообще. А потом говорит, волосы из носа удалять будем? А когда тебе такое говорят, нужно принимать поражение. Нельзя говорить, не, я отращиваю. И я подумал, что он сделает все аккуратно, триммером или ножничками. Не, он достает какой-то чат, начинает воск какой-то растапливать. А соскакивает уже поздно, сапунишку нельзя включать в такой момент. Он берет какие-то ватные палочки, туда их макает, берет в одну ноздрю, во вторую, это все застывает. Он говорит, ну что, я дергаю? Я думаю, не, братан, я так ходить буду. Вопросов нет, ощущения были не те. 15 лет назад ты покупал презерватив с пупырышками, и каждый пупырышек можно было лопнуть пальцами. Тупейший поступок. Тупее только позвонить кому-то и рассказать об этом. Я бы даже лучшему другу не озвучил. Типа, братан, помоги. Нет, сам бы нашел. Как ходишь по парковке и щелкаешь ключами. Рома, у вас дочка, сколько лет? 3 годика. Вы далеки от этого момента, да? Но вы же понимаете, чего ждать, да? Примерно в 25 лет это произойдет, Рома. 25 лет. Вы, Рома, 25 лет будете вкладывать в человека деньги, время, душу. Это самое дорогое, что у вас есть. И в 25 лет легко, потому что любовь зла может за ней прийти Валера. Вот этот тип Рома придет, вот этот вот. Удивленный, постоянно Алексей, и поехали, только так. Я думаю, вы теперь крестный, потому что ближе вас у нас никого нет. Спасибо большое, Дзержинск, с вами было очень хорошо. У меня все на этом.